Беляши жарятся у меня. Вон, видишь? Пора вытаскивать, по-моему. Беляши мама жарит. Так, ну вот, постряпала беляши. Уже половину съела. Вот люблю вот такие беляши, чтобы тесто было тонкое, и мяса много, и лука много, чтобы сочные были прямо. Так, вот фарш остался от беляшей. Сейчас сделаю котлеты. И вот думаю, или лапшу сварить, или пюре сделать. Пюре, блядь, делать надо, картошку чистить, нихуя неохота делать. И вот леча. Вот леча осталось чуть-чуть. Я думаю, сделаю с подливом, наверное, котлеты. Переверну, когда их поджарится. Котлета перевернула. Но они маленько развалились, хотя я яйцо добавляла. Чуть понять не могу. Так, вот положила леча, положила укроп. Вот. Положила леча, положила укроп. Ну, уже почти готовы, походу. Так. Поставила. В общем, лапшу решила варить. Помыла баночку. От леча. Помыла. Затолкала туда руку. Блядь, еле вытащила. Это вообще капец был. У меня уже не рука. И не рука. Уже лапища. Так, ну все, лапша готова. Сделала ее полностью длинной. То есть спагетти. То есть я их не ломала. Так, ну все, надо сливать воду. Садись нормально. Забрала телефон, включила ему мультик. Давай, дай. Вторую тарелку есть. Давай поближе сделаем стульчик. Ой, зайчики спят. Ой, зайчики. Ой, зайчики. Мурзик. Ой, Мурзяша. Ой, Мурзяшкин. Ой, вместе. Они всегда вместе. Спят вместе. Играют вместе. Хороший котик. Хороший котик. Два зайчика. Ну, два зайчика. А чебураски спят. Ой, чебураски. Чебураски маленькие. Мурзик. Ой, Мурзик. Ой, спят они как всю, ну, всю ночь, все время вместе. Вот так вот спят маленькие.
Thank you.